Ульяновский государственный технический университет ежегодно готовит сотни специалистов для ведущих предприятий региона. В этом году дипломы о высшем образовании получили свыше 1500 выпускников. В инженерах, строителях, радиотехниках, проектировщиках очень нуждается Ульяновская область. 200 специалистов из этих отраслей выпускается из вуза в этом году. Дипломы молодым кадрам вручил губернатор Алексей Русских. Отныне вы уже не студенты, вы молодые специалисты, и перед вами открыты все пути. Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас остался у нас здесь, в Ульяновской области. У нас масса различных организаций и предприятий, которые вас ждут. Большинство выпускников политеха трудоустраиваются еще до выпуска из «Альма-Матер». Анастасия Захарова, будучи студенткой, начала работать по своей специальности. В выборе профессии не разочаровалась, как и в выборе учебного заведения. Моя специальность — дизайн архитектурной среды — очень востребованный. С позиции уже работающего специалиста могу сказать, что нехватка кадров в регионе большая. И прямо с даже не с дипломом, на пятом курсе выпускники уже устраиваются. И все еще не хватает. Нашему региону нужны качественные городские пространства, нашему региону нужны генеральные планы и масштабные архитектурные проекты, которые, конечно же, невозможно воплотить без кадров. Максим Пичугин, как и Анастасия, начал работать по специальности с третьего курса. Но с вузом молодой человек не спешит прощаться. Впереди еще 2 года обучения в магистратуре. Ведь чтобы быть высококлассным специалистом, нужно непрерывно учиться и совершенствовать навыки. Я с 9 класса знал, куда я пойду учиться. Поэтому и мои надежды оправдались. Почему выбрал именно эту специальность? Ну, у меня своя теория насчет этого. Это такая, для меня это цветная профессия. То есть газ голубой, тепло красное, вода синяя. Выпускной не только для бакалавров и специалистов, но и для магистрантов. Ими тоже может похвастаться Ульяновский политех. Молодой специалист Анна Кудрявцева совмещала учебу и работу на предприятии оборонно-промышленного комплекса. В планах у девушки стать кандидатом наук, уезжать из региона Анна не собирается. Физика всегда подораживала мое сознание. Это очень интересная наука, и зря идет какой-то приоритет именно в мужскую половину численности наших студентов. Девушкам тоже здесь очень интересно, ведь мы затрагиваем современные проблемы, которые улучшают наш мир. И останавливаться только на каких-то, ну так сказать, женских профессиях не стоит. Стоит идти и в инженерные профессии. Напутственные слова в праздничный день выпускникам сказали не только ректор и педагоги, но и потенциальные работодатели, которые пригласили молодых специалистов на свои предприятия. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда, ТВ.